Всем привет, я Максим, про HD Gamer TV. Сегодня будем играть в игру Hitland Racer. У нас еще осталось 1500. Если вы смотрели прошлую серию, посмотрите ее. Мы в прошлой серии качали это все по полной. Не по полной, я ролик так назывался. А пока что нам надо монетки заработать. У нас их нету. Ну, давай лети. Да, 19 кристалликов. Кстати, мы 9 кристалликов за один побег заработали. Я не знаю, тачку новую лень куплять, денег нет. Задонатить не хочу. Злом скачать не хочу. Толку играть в эту игру без... Если у тебя все есть под носом. Я понимаю, если скачать взлом, это как креатив в Майнкрафте, в выживании. Я головой... О, вот это он упал. Прям ногой в педаль. 400 километров почти поехали. Ой. Так, едем. Прыжок. Аут. 24 алмазика. У нас же 5000. Я хочу себе накопить 20000. Давайте за этот ролик накопим 20000. Погнали. Не в ту сторону. Так, взяли денежки. Это было... Ай-яй-яй-яй-яй. Я в таких случаях уже был. Кстати, у нас максималка стала больше. Едем, короче, едем. Едем. Ну, едем. Ай-ай. Ну давайте едем. У нас уже 11000, еще 8, и мы заработаем, короче, не знаю, на что я хочу заработать себе. Короче, коплю. Давайте я прокачаю эту тачку на максималку. Ну не на максималку, а на то, что мне денег хватит. Потому что я видел... Прокачка стоила 2000 в взломе. Ну да, у меня был взлом этой игры. Почему я не хочу с ним играть? Потому что... Ну, такси. Уху, летающая тачка. Я не хочу взломом играть, потому что так... Смысл играть в игру и зарабатывать монетки. У тебя же все есть. Так только монетки делать, как Funny Games TV. А хоть он и крутой, но не очень крутой. Что у него больше, чем у Эйзенхайма? Подписчиков, а он меньше Эйзенхайма. Так что... Дай. Да что ж... Прям головой поцеловал пол. Ну это ж так надо, ну... Надо? Что мне тыкать? No, yes, never. No. Зачем я это нажал? Все равно. Мне же все равно надо 1000. Вот давайте, короче, купим сейчас новую карту. Да, давайте новую карту купим. Еще чуть-чуть, и мы заработаем на новую карту. Да, у нас 3000. Короче, смотрите, у нас рекорд 758. С каких-то пор. Летаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Черт. Все равно головой в педаль. Что им подаль понравилось?
Давайте сделаем это. Снимаю. Да, опять сниму. 5 минут снимаю. Так. Смотрите. Купить. Не понял. Вот что я. Да не понял я. То есть мне надо еще 4000. Понятно. Едем, 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 педик. Едем. Уху. Оу. Сочка, двадцатка, двадцатка. Еще бы чуть-чуть. Смотрите, что я сейчас сделаю. Сделаю то, что я всегда люблю. У нас 6 кристалликов. Так, это у нас грелка. Я ее, наверное, потрачу на взлет подписчиков. Короче, на экстренный случай она у меня будет. Если надо будет. Вот так вот. Уху! Летающая тачка это была. Нет. Так. Мы проехали 200 метров. Хотя я же очень долго играл. 6 минут снимаем. Короче. Что-то заигрался я. Едем, едем. О, ура, мы догнали к цели. Так, давайте сейчас упадем. Опа. Ну, и чуть-чуть до 500-чку. Короче, все равно. Да, я снимаю, смотрите, самый интересный момент. Короче, сделайте скриншотики. Да, я его купил. Я купила эту карту. Ну что ж, ребятки, надеюсь, вы поставили лайк. Продолжение после 4 лайков на этой же карте. Новой луне. Ну, а если ты поставишь лайк, поскорее выйдет мой новый видеоролик. Так что всем пока. Всем пока!